всегда славитесь своей щедростью и действительно гостеприимностью. Разрешите вас поздравить в этот солнечный день с замечательным праздником и поговорить немножко о нашей акции «Выбор, ответственность, будущее». Почему нам надо идти на выборы? Это не вопрос, это утверждение. Первая причина, потому что у нас с вами, у каждого есть право на выбор. И это прописано в Конституции. Причина номер два. От нашего участия или неучастия в выборах зависит дальнейшая судьба нашей страны и наша с вами. Причина номер три. Участвуя в выборах, мы проявляем свою настоящую гражданскую активную позицию и реально заботимся о нашем государстве, о нашей стране. Поэтому к нашему выбору надо, к своему выбору подойти ответственно. И пусть полная ответственность станет залогом и принципом, которым вы будете руководствоваться в своей жизни. Причина номер четыре. Наибольшая явка на избирательные участки в день досрочного голосования и в день выборов станет залогом честных выборов. И только проявив свою сознательность, сознательную политическую позицию, высказав свое мнение, и не будем стоять равнодушно в стороне, мы сможем доказать всему миру, что выбор имеет значение. И еще раз повторю, выбирать вам. И еще хочу вас поздравить с одним праздником. Может быть, кто-нибудь мне скажет, какой сегодня день? В интернете, правильно, сегодня день дружбы. И только имея настоящих друзей, мы можем вместе с вами творить большие и успешные дела. Разрешите мне подарить вам в подарок песню, которая так и называется «Друзьям».